Классная атмосфера, невероятно крутой хоккей сегодня на Уфа-арене. Как это было? Эмоции со льда? Ну, это очень шикарно, полный стадион, все поддерживали, сигнали вперед, обыграли такую классную команду, как СКА. Сыграли сегодня достойно, все выполнили игровое задание, поэтому и такой результат хороший. Соперник очень любит хитовать, играть давление. Как с этим справились? Потому что по статистике очень большое преимущество у них. По статистике по хитам? Да. Ну, в этом ничего страшного. Бывает, надо просто принять удар и отдать хорошую передачу партнеру. Тогда ты обрежешь этого игрока, и у нас получится преимущество. И у нас это сегодня получалось. Несколько раз убегали в контратаки хорошие. Поэтому, я думаю, нам удалось справиться с их давлением. Игра сегодня очень хорошо получалась. В какой-то момент были моменты, которые вот не удавалось реализовывать. Это никак из колеи не выбивало, потому что так часто бывает, когда немножко не получается концовки завершения, потому что могли еще лучше преимущество создать. Да нет, не выбивало, просто продолжали играть в свою игру, понимали то, что если будем действовать так же, то моменты все равно будут еще. Хорошо, что выстояли, в принципе, ежик нас много подтащил, и спасибо болельщикам. Насколько сложно было как раз в концовке, потому что соперник вратаря снимает, играет 6, потом еще у них большинство, вот насколько здесь было непросто? Просто концентрироваться на своих действиях, сконцентрироваться на правильных действиях в обороне, и тогда ты не дашь шансов, если правильно сыграешь. Спасибо большое, с победой!